совсем он поник. Забыл, к сожалению, я полностью стих. Выходи! Дай посрать! Хорош там сидеть уже! Сидишь, блин, 2 часа! Ну, ребят, ну вы задолбали! Ну у меня постоянно, у меня только начинается творческий вечер! Вы мне его портите! Твари вообще! Что у вас за жизнь? Вы нигде, вы не люди! Милая, просыпайся. Доброе утро. А вы кто? Мы летим. Очень приятно. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы, как всегда, рассмотрим наши любимые вопросы. И вот первый вопрос. Как вы стали популярны? Вы знаете, это мой самый любимый вопрос. Здрасте! Почему вы не читаете мои вопросы? Сука! Отныне я читаю вопросы. Здравствуйте! Это клуб тех, кто боится праздника 14 февраля. Здравствуйте! Давай мы еще дойдем. Да, на этот клуб... Он объединяет нас. Объединяет нас таких людей, которые не любят День Святого Валентина. А? Успокойтесь. Хорошо. Мы собираемся здесь каждое 14 февраля. Здравствуйте. До вас мы еще дойдем. Итак, меня зовут Валентин. И я боюсь этого праздника, потому что, когда говорят День Святого Валентина, я все время откликаюсь. Здравствуйте. Меня зовут Ивкатий. Когда говорят 14 февраля, я всегда здороваюсь. Не знаю почему. Возможно, меня сильно ударили в детстве, и эта дата была 14 февраля. Здравствуйте. До вас мы еще дойдем. Итак, 14 февраля. Здравствуйте. До вас мы еще дойдем. Объединяет многих. Да. Этот День Святого Валентина. А? Он такой трудный для нас, для обычных смертных. Просто этот День Святого Валентина, он необычный. Необычный, весьма необычный, весьма необычный. Нас много. Много. Приходите к нам. Клуб 14 февраля. Здравствуйте. Иди, Святого Валентина. А? Знаешь, он смотрит на нее. И говорите, Кармелита, я тебя так люблю, ты даже меня представить не можешь. Ну вот, а я потом зашла на одноклассники, в смысле, с сестрой там она была, пришла, когда я с ней сидел, я ей говорю, ты зашла на одноклассники? Она говорит, да, я зашла на одноклассники, там, говорит, мою фотку оценили 20 плюсом. Я говорю, да вы что, с ума что ли сошли? Она смотрит на нее и думает, ну ядрен батон, ну что это такое, ну это вообще, это... Нет, она даже не знала об этом. Не, ну ты понимаешь, когда они пришли вместе, я думаю, что это за пара? Это вообще не пара, это вообще никто. Это такие люди, это просто мрак. Это непонятно что. Это кто это может только и придумать это вообще? Блин, почитаю, нормально. А ты думаешь, он посмотрел на нее? Хрен! Он пришел вместе с ней и думает, говорит, пошла ты пить.